Игрок под номером 1 – Дон. Игрок под номером 2 – Мафия. Игрок под номером 3 – Красный. Игрок под номером 4 – Мафия. Игрок под номером 5 – Шериф. Игрок под номером 6 – Красный. Игрок под номером 7 – Красный. Игрок под номером 8 – Красный. Игрок под номером 9 – Красный. Игрок под номером 10 – Красный. А что было до того, скажем? Смертное? Да. Красный игрок. Нечего сказать, буду слушать. Здесь 5-4 говорят. Типа ничего не сказали, но просто начал друг друга. Игрок под номером 5 сигнал 9 игр. Из 9 игр выбрала черную карту 5 раз, из них 2 раза выбрала карту Дона, и 4 из этих 5 игр выиграла. То есть по статистике сейчас 60% того, что она черная, в данную секунду. Ну ты не так просто нравишься. Я бы выставила вашу кандидатуру, будь это второй круг, потому что если вы красный, вы не имеете права так глупо рисковать потерей красного игрока номер 5, возможно, но я не знаю, какой цвет у нее. Ночь. Мафия четко стреляет в игрока под номером 3. Дон открывает глаза, проверяет игрока под номером 6. Получает отрицательный ответ. Шериф просыпается, проверяет второго игрока, получает положительный ответ. Игрок номер 3 удаляется. Думаю, что даже шестой красный, не разобрался, думаю, что восьмой черный, но выставлять буду не уверена. Игрок номер 7, по-моему, он прикалывался по поводу номера 5, я не думала, что он действительно снимет номер 5. Номер 4 пока что для меня красный, играет шестой черный. Но то, что факт, который поставил номер 5, может быть, просто черный поставим, чтобы потом этим окраснеть, не знаю. Но номер 5 черный. Номер 4. Ну, вот сейчас сижу и думаю. Игрока по номеру 3, знаете, здесь всего 3 человека. Спасибо, пятерка, что ты не веришь, что красный. Нравится, не нравится. Ты меня даже не попробовал, а уже не нравилось. Ужас. Мафия не будет промахиваться. Мне нравятся все серьезные игроки, да? Девятый игрок, очень мне понравилась ваша логика. Хотелось бы видеть, что это классно, потому что сильный игрок. Послушав всех, для меня вот номер 5. Вы сейчас так активно агитируете голосовать против номера 2. Кто за то, чтобы игру покинул игрок под номером 5? Спасибо. Не имеет смысла уже скрывать, а шериф, я проверила номер 2. Игрок под номером 5 удаляется. Мафия четко стреляет в игрока под номером 6. Дон просыпается, проверяет уже убитого игрока номер 5, получает положительный ответ. Шериф не просыпается. Номер 6 удаляется. С одной стороны, можно и поверить, что она шериф, но вот, например, если бы я была шериф, и меня бы попробовали снять как бы прямо в первое голосование, я бы была бы возмущена, сделала бы все, чтобы меня сохранили хотя бы одну ночь, чтобы помочь красным. Как бы вот уровень ее вот этой как бы эмоциональных этих не был соответствует шерифу, но... У вас это 4, вы верите, что 5 шериф? А почему второго не поставите? Ты шериф? И ты меня проверила, я черный игрок. Вообще ты же меня не проверила. Ты же уверена, что я черный игрок. А, не надо проверять, меня можно просто. О, на самом деле, поверить в то, что пятый был шериф. Кто-то верит вообще, что пятый был шерифом этой игры? Я нет. Эмоции одно, как-то нет. Она не шериф, она точно не шериф. Окей, хотелось бы верить, что номер 2. Если номер 2 пытается ввести в заблуждение, пусть тогда настоящий шериф сейчас откроется. Поэтому сейчас все, кто считает себя шерифом, пожалуйста, откройтесь. Если никто не откроется, мы поверим номеру 2, потому что номер 5 ну, явно не шериф. Нет, подожди, нужно определиться, веришь ты шерифу или не веришь. Если черный встает и говорит, я проверил номер 2 на черное, то второй черный сейчас бы первой фразой сказал. Да, я верю, примите кандидатуру номер 2. Она этого не сказала. Четверка для меня сейчас очень по-красному говорит. Ребят, у нас сейчас за столом может быть 2 или 3 черных игрока. Мы еще не знаем. Не, может, да. Но мы не можем потерять красного игрока. Если пятерка ушла черной, я ей не поверила. Но четверка не может быть черной.
У нас стоят три кандидатуры. Игра в 4, 2 и 7. Повторяю, 4, 2 и 7. Переходим к голосованию. Кто за то, чтобы игру покинул игрок под номером 4? Спасибо. Один голос. Кто за то, чтобы игру покинул игрок под номером 2? Спасибо. Один голос. И 5 голосами удаляется из игры игрок под номером 7. Я вас лишаю права на последнее слово. Смысла нет. Раз, два, три. Черные игроки. Номер 5. Победа мафии. Мафия выиграла сухую. Ladies and gentlemen, for the first time in the history in the heart of Las Vegas, from July 12th through the 15th in Hotel Tropicana, the world championship of the most popular role-playing game, Moth. The best players across the globe will gather in the gaming and entertainment capital of the world and fight for the title of World Best Player of Moth. Register today at www.mothworldcup.com to become a member of this spectacular world championship. Guaranteed minimum cash prize for the winning team is $30,000. From July 12th through the 15th, Las Vegas, Moth.